Когда в конце 2019 года региональный оператор по обороту с твердыми коммунальными отходами компания «Экология Новосибирск» заключала договоры на будущие периоды, некоторые участники аукционных торгов отчаянно демпинговали. Уже тогда эксперты заявляли о том, что выполнять обязательства по договорам на этих условиях будет невероятно трудно. И кто-то досрочно сойдет с дистанции. Сбываются ли эти прогнозы? Об этом далее в прецеденте. Контракты на 2020 год региональным операторам были сформированы в 6 лотов. Отдельно на вывоз мусора из Новосибирского, Искитимского, Ордынского, Кыштовского и Северного районов. Самыми активными участниками аукционных торгов были бизнес-структуры Александра Волкова. Мы принимали участие в 5. 3 мы, к сожалению, не смогли принять участие, нашу заявку отклонили. Сейчас это все исправлено, и в 2 мы участвовали. 2 эти заявки вы проиграли? Да, обе заявки мы проиграли. Самый большой лот на обслуживание 15 районов Новосибирска и пригорода был оценен в 1 миллиард 309 миллионов рублей. Если мы выиграем конкурс на 1 миллиард 300, то хоть и сейчас мы являемся крупнейшей мусороперевозящей компанией, да, мы станем еще крупнее. Ну сколько вы будете покрывать? Примерно 70%. Уже через несколько дней ООО «Айсберг» стала победителем аукциона. Правда, для того, чтобы получить пальму первенства, компании пришлось упасть вниз от первоначальной цены почти на 25%. Конкурент «Айсберга» – муниципальное унитарное предприятие «САХ» – остановилось на уровне 1 миллиарда 31 миллиона рублей. Этот и другие аукционы, прошедшие в конце 2019 года, повлияли на снижение мусорного тарифа. Снижение предельного единого тарифа для экологии Новосибирск на 2020 год обусловлено в первую очередь уменьшением расходов на транспортирование ТКО, в том числе по результатам проведенных торгов. Неудивительно, что региональный оператор выразил сомнение в том, что такой тариф позволит ему качественно выполнить поставленные задачи. Сопоставим сегодняшний наш тариф, приблизительно с Республикой Алтай, который прошел. Проживает 218 тысяч населения. Мы уже сегодня направили обращение в прокуратуру и в ФАС России для того, чтобы нам разъяснили, правильно ли был использован мотив, по которому устанавливался тариф. Со времени этого обсуждения на площадке законодательного собрания прошло 2 месяца. 27 марта субоператор ООО «Айсберг» компания «Новосибспецтранс» заявила о расторжении договора на транспортировку ТКО из Кировского района. С 27 апреля ООО «НСТ» может считать договор формально расторгнутым и имеет право вывести свои контейнеры с площадок. У каждого субподрядчика есть право расторгнуть договор и прекратить работу. Это понятно, это философское отношение. Причины расторжения договорных уз с «Айсбергом» в «Новосибспецтрансе» назвали просроченную задолженность, которая на начало апреля составляла более 17 миллионов 800 тысяч рублей. Если есть какие-то задолженности, то они будут закрыты при расторжении договора. А вы их можете подтвердить или опровергнуть? Нет, ни то, ни другое. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Ситуация с нотой договорного протеста, который партнер предъявил «Айсбергу», похожа на то, по какому сценарию развивались отношения между экологией Новосибирск и перевозчиками в прошлом году. При объеме транспортировано 7 миллионов 300 тысяч ежемесячно. Экология Новосибирск заплатила 2 миллиона 500 тысяч за один календарный месяц. И задолженность, которая была там 22 миллиона, 24 миллиона, сейчас 27 миллионов, просто нарастает. 3 процесса по этому поводу все еще продолжаются в арбитражном суде. То, что СНТ вот сегодня написало, что прекратит работать с «Айсбергом», ситуация точно такая же, она повторяется с 2019 года. Но вот этот первый конфликт, тут можно задуматься будет региональному оператору и «Айсбергу», вот, расставить новые баки, найти новых перевозчиков, ищите, милые мои. Но не так давно российский рынок мусора столкнулся с бедой, которую, как говорится, не ждали. Распространение COVID-19, режим самоизоляции и отмена штрафов и пени за просрочку оплат услуг ЖКХ больно ударит по этой отрасли. На сегодняшний день со сборами платежей вообще очень плохо, мы понимаем почему, да? Во-первых, объявлен карантин, и все сидят дома, никто в кассы не идет. Электронными платежами
платежами пользуется, ну дай бог, 20-30% населения в лучшем случае. Уже сейчас игроки рынка заявляют о том, что без финансовой поддержки государства они не справятся. Здесь не надо, я считаю, дарить компаниям деньги, здесь надо их дать. Пускай это будут беспроцентные деньги, но пускай они будут возвратные. Есть деньги, которые должно население. И в конечном итоге население должно будет заплатить эти деньги. Пускай эти деньги вернутся в государство. Пускай это будет, ну, есть такое понятие в банках — овердрафт. Придет или нет государство на помощь региональным операторам? Грозит ли Новосибирской области мусорный коллапс? Кто будет вывозить мусор в Кировском районе, если в конце месяца эту локацию перестанет обслуживать партнер «Айсберга»? Определенных ответов на эти вопросы пока нет. Если мы сейчас убьем транспортные компании, мы можем получить коллапс пострашнее, чем коронавирус. Никто не отменял, как говорится, там совершенно другие болезни, которые могут образоваться в связи с тем, что не будет вывозиться мусор. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.